Всем привет, дорогие друзья, с вами Женя, и сегодня мы продолжаем играть в игру Танки Онлайн. Играем на моем мульте, звание у него Лорд 25. Играть мы будем в сочетании Викингом 2, Фризом 2, в краске Роджер, на карте Тишина. Играть мы здесь будем до 30 флагов, без времени. Счет у нас пока 1-0 в нашу пользу. Наши игроки уже протащили один флаг, я сюда только что зашел. Так, иди до подключения. И я себе наконец-то купил этот комплект корпусов, который мне просто очень радует. Капец как радует. Мне еще осталось на фриз. И я себе купил фриз. И когда я зашел, там объявили голосование, на какую пушку делать скидку. Но я так посмотрел в голосовании, у фриза было 17% голосов. По сравнению с 45, которыми были у Изиды, я решил, что на фриз точно скидки не будет, потому что там после Изиды шла рельса, и фриз был на третьем месте, а вот голосование осталось, ну, практически один день, больше, чем один день. Вот, и я подумал, что на скидки по-любому, ну, скидок на фриз точно не будет, и ждать их бесполезно, и купил себе фриз. В принципе, кристаллики были, даже еще остались. И, не знаю, просто у меня такая радость, что я тут всех просто разношу своим фризом М2, со своим викингом М2, потому что реально просто зверский нагиб, я всех нагибаю. Вот по мне дали рельсу М1, и меня не убили, ребят. Но реально зверский нагиб. Если бы я был на М1, там каком-нибудь М0, меня бы уже давно вынесли. А здесь я еще живу, и это очень круто, конечно. И играю в краске Роджера, он защищает от Твинса. Хоть здесь, конечно, Твинса ни одного нету. В принципе, на мульте-то их очень мало, как и на основе. Здесь большинство рельс. Хотя странно, все-таки тишина, должны были быть джиги какие-нибудь и фризы, еще что-нибудь. Я делал Роджер, но даже не для какой-то защиты, а просто так, потому что с ней я видео ни разу не снимал, и вот хотелось заснять какое-нибудь видео с этой красочкой, просто хотя бы посмотреть. Она, в принципе, защищает еще от шафта. У меня сейчас было 0%. Точнее, у меня было сколько-то процентов, а мне дал шафт, мне стало 0%. Вот он меня как-то защитил. Так, и тут у них Изида в Нареле. Ну, она М0-М0, я думаю, она тут ничего не сделает. Я просто с полного баллона вынес и все. И она отправилась в респаун. Так, ладно, эту рельсу трогать не будем, хотя она может сейчас выстрелить. Не могла, в принципе, выстрелить. Этот игрок, по-моему, под себе минку поднасрал. Так, ладно. И у них совершенно пустая база. Этого шафта мы еще заморозим. Все. Мы его убили. Точнее, не убили, а добили, потому что я ему тогда еще урон нанес. Так, плюс мне еще дали по 170 нарки. Поэтому у меня теперь их по 250, по 260 штучек. Аптечек 194. Не 200, конечно, но птичек всегда мало, потому что их, если дарят, то, во-первых, очень редко, во-вторых, очень мало. И у них что-то игроки разбегаются, я не знаю. В принципе, у них от дефа никакого, поэтому флаги таскать легко. Но я надеюсь, сейчас кто-нибудь да зайдет. Не так круто, когда ты катаешься из всех, всей команды, точнее, из противника, из своей на М2, такой болотной чувак. Была у меня мысль взять краску Ягуар, но потом я хотел, поскольку я играю, люблю играть на тишине, а тут дофига фризов. Так, и сейчас постараемся им не дать сделать что-то. Доставить один флаг, потому что я все-таки хочу как-то... Так. Чтобы мы выиграли в сухую, это было бы очень круто, конечно. Нам бы побольше кри дали. Потому что сейчас я буду копить на... Так, осторожно. На Изиду, хотя не знаю, буду ли я с ней играть, я еще над этим подумаю. Я знаю, на основе я точно коплю себе на Титан. Титан М3, конечно, очень нагибаторский корпус такой. У меня здесь еще доступен Мамонт, Хантеры и Хорнет.
оформить. У меня уже был ЛП на Иранчике. На Хантере я тоже снимал Хантера Гром. На Мамонте он просто здесь очень унылый, очень медленный, ребят, реально. Он, конечно, нагибает, но он очень медленный. Так, что-то у нас народу вообще нету. Может, зайдет кто-нибудь, а? Ребят, ну, пожалуйста. Зайдите хоть кто-нибудь. Уже какой раз пытаюсь заснять, постоянно народ выходит. Ладно, тогда мы сделаем вот так вот. Я перейду сейчас за синюю команду. Хотя, блин, пипец. Половину нубов просто браузером бы закрыли и все. В принципе, как это сейчас делают нубы. Только непонятно, зачем я за эту команду два флага принес. Так, ну, на видео привез один, а так и привез два. При мне пишут предатель. Чё предатель, за вас все равно скучно играть. Потому что вы таскаете, а эти нубы даже респнуться не могут. Не могут. Только респнуться, и вы уже сразу сливаете. На базе просто пустота и скука. Ну, а дабы разнообразить наш ЛП. Ну и вообще битву. Перешли за команду красного и синих. И понагибаем за них. Тоже видим еще одного донатика. Сейчас мы его так сольем по-тихому. Он съел аптечку, но мне поможет. Потому что мой фризом бывает, конечно, жесткий нагиб. Просто жесткий, зверский. Куда ты поехал, а? Вот куда ты поехал? Все, тебя слили. Так, у нас опять взяли флаг. Но я говорю, деф у нас никакого. Реально слабый деф. Сейчас главное, чтобы меня никто не убил. Этого игрока-то я солью, потому что Фризен 2, ребят, ну реально зверский нагиб, это просто как громом один. Игрок нас сейчас лагает, либо, не знаю, чит это. Не знаю, что это, он, скорее всего, лагает. Да, Фриз, конечно, очень нагибает. И тут Хорнетом 2 с Изидой М0, ой, Хорнетом 0 с Изидой М0 занарил. Я думаю, мы сейчас будем огребать, да. Конечно, сарказм, ребят. Так, тут флагоносик перевернулся. Блин. К великому сожалению, меня убили. И флаг кто-то взял, там не знаю кто. Ну, что-то наши противники, я смотрю, просто обнаглели, потому что я уже увидел трех нариков. Мне это как-то, ребят, не радует. Так, ну да я вот красавчик. Послушный мальчик. Так. Просто разносим опять всех тут, ребят. Вот эта игра, это я понимаю. Конечно, нечестно по сравнению к другим игрокам, потому что я их тупо нагибаю всех. Так, ну ты, надеюсь, у нас возвратить-то хоть сможешь? Отлично. Так, Изида, полечи, полечи, молодец. Чтобы мне аптечку не есть. Я не знаю, либо я так лагаю, либо это игроки так лагают. Я надеюсь, что это не я лагаю. Уж они лагают. Так, отойди, пожалуйста. И я сейчас притормозил. Фу, слава богу. Я думаю, я переверну, потому что что-то я как-то тормознул. За нас иди. Ну да, не хочу за вас идти. Вы их нагибаете. Хотя сейчас я их буду нагибать. Они мне будут писать, точнее, они будут выходить. Вот уже первый на выход пошел. Так, тут у нас Громер. Громер это опасный человек. Так, и кого бы мне из вас, ребят, бить? Ладно, у тебя. Я, в принципе, так и думал, что Минка твоя, потому что, ну, по сравнению с тем игроком, этот более опытный. Умеет играть хотя бы. Потому что тот что-то вообще ни о чем. Меня уже тут молят. Молят. Перейти за них. Так, что я делаю? Не знаю, что я делаю. Просто хотел посмотреть, может кто-нибудь попросить зайти, хоть против, чтобы народ был. Не так было скучно. Не, ну, пипец. Я, кстати, уже сколько играю на пятом Орнте, поскольку открыт этот комплект с пятого Орнта, я еще ни одного игрока... Нет, одного я видел. Как раз одного игрока я видел.
который катался на Викинге 2 на полигоне. Вот всего единственный игрок. Ну, значит, люди не могут так накопить, не хотят покупать этот комплект, потому что он реально дорогой. Да, им лучше, выгоднее и лучше, наверное, купить какой-нибудь Васпа Фриз, там, который стоит сколько там, 70 тысяч кристалликов. Или вот еще комплект пушек М1, который купил Никита, там, Гром М1, по-моему. Рельсы М1, так, минуту. И, ребят, извините, ко мне сейчас неожиданно так пришли. Что же, сейчас у нас теперь нормальные игроки, я уже вижу, у нас тут под наркой атакуют. Видел, что мы уже привезли один флаг, да, вот игрок, наверное, тут есть один. Ну, мы на грамотные игроки потушим наших. Так, куда ты поехал? Ладно, ехай. Пофигу. Так, игроки еще зашли, отлично, еще 6-3 пока. У нас размен флагами. И что я сейчас еще вспомнил, или даже, так сказать, почувствовал, это тот кайф игры, который я просто долго ждал на мульте, когда вот тупо просто играешь, и ты всех нагибаешь, вот просто тупо нагиб. И очки набираются спокойно, потому что когда играешь на М0, там М1, это, конечно, все не то. Тебе очень скучно, ну и так далее. А сейчас вот просто всех тупо разносишь, и у тебя ХП дофига, ну... Это, я не знаю, какое-то чувство, но реально очень крутое, ребят. Потому что я уже смотрю, я уже набрал, ну, примерно за сегодня уже набрал 3000 опыта. Причем просто от спокойной игры. Так, нашу Изиду мы чуть потушили. И я думаю, она благополучно едет. Или это не Изиду, я не знаю, что это будет. Неважно. Так, я не знаю, был здесь год или нет. Что я отходил, но, по-моему, его здесь не было. Я буду очень на это надеяться. Так. И еще я вас благодарю за то, что вы написали в комментариях, как я вас просил. Кто-то написал по пунктикам, как я просил, кто-то написал просто. Ну ладно, я все-таки разобрался, мы написали понятно. Но почему-то проигра... Какую еще игру снимать, написали один вариант, только Танки Онлайн, и другой, там много разных игр, МТА, GTA San Andreas, как я понял, потом что там еще было, сейчас уже не вспомню, ну ладно, все-таки еще сам, наверное, подумал, а, еще написали World of Tanks, так, да, все, я вспомнил, World of Tanks еще написали. И еще такое небольшое объявление, поскольку меня уже иногда под каждыми видео просят сказать название песни в интро, я ее скину в описании, и теперь она всегда в описании стоит, написано «Музыка в интро», или там «Музыка для интро», я не помню. Вот написано, ну, по крайней мере, вы теперь можете найти, как эта музыка называется. Так, извиняюсь, Изида, проезжай. Да. Так, слава богу, мне массовым уроном не задели. И этот громик занарил опять на М0. Вот я на него потратил всего половину баллона, ему уже пришлось съесть аптечку. Сейчас он уничтожится, да, все. Ну, как видите, против меня или против такого же игрока, как какой-нибудь на Викинге, там, и Фризе М2, просто нарить на М0 с вами или еще чем-нибудь, ну, это просто, ребят, бессмысленно, потому что просто зверски нагибаешь. Ну и... Хотя нет, у них все играет. Это Жига, вот она. Форма это Жига, это она зашла, нарила за них. Сейчас что-то перестало. Ну ладно. Так, где там едет? Вот здесь. Ну, я думаю, он увезет. Потеряет флаг. Так, извиняюсь. Да, он потерял флаг. Но я не знаю, увезу я или нет. Нарить не хочу. Хочу покопить нарку. Да, я его увезу. Сейчас он тут отреспится, и я его... Вот так вот, и если этот гром сейчас не занарит, хотя непонятно, куда вообще поехал. Что-то мне больше мешать ставить. Хотя ладно, я поставлю. В принципе, хотел отдать тебе. Ладно, так, фонд у нас уже 1500. Так. Так, морозим, морозим. Иди сюда. Блин, все. У тебя, к сожалению, ХП мне не хватило, и поэтому ты меня слил. Ну, как вы видите, у меня УП. У меня стабильная, троечка, хорошее УП такое.
кого-то даже он шестерка, но это, по-моему, Зида, да, он Зида поднаривала. Так. Рельс, извини, что я тебя столкнул. Так, вот. Ворону рельсы фраг. Так, взяли флажок. Я не знаю, сейчас гром нас. Да, урон мне, он мне нанес небольшой, но... Блин, тут рельсы, Зиды. Ладно, поеду я туда. Жить еще. Но тут меня ждал гром. Да, уйти было тяжело. Но даже этого не получилось. Так, ладно. Давайте сейчас мы всех тут разгоним отсюда. Мамонту даже выстрелить не дали. Уже его слил. Изида, лечи, правильно делаешь, молодец. Уже такие звания, хоть Изида поумнее стали, лечат. Сейчас мы выстрелим, даже не знаю, меня попали или нет. И я догораю, я не знаю, главное, чтобы... Да, они мне все-таки нанесли какой-то урон. Счет у нас 6-6 пока. Нам осталось 14, ой, 14 флага. 24 флага. Так, возьмем кристаллики. Все-таки нужны кристаллики. Треф у меня, в принципе, 300 с небольшим очков. Думаю, к концу боя еще будет побольше. Попробуем таскать флаги. Без нарки, как вы видите, тяжело получается. Хоть и, конечно, команда такая слабая против нас играет. Ну, в принципе, как и на всех основных картах. Но все равно, когда они навалятся на вас в шестером там... начинают вас бить, хоть они, конечно, тупы, кто-то промазывает, но все равно какой-то дамаг идет. И поэтому фиг ты увезешь флаг. Если на основе там один тебе помешает игрок, да, то здесь они тут навалятся пятером, и все. У меня сейчас такое красивое число. 7-7-7-7-7. Блин, я все равно тебя убью. У него Хорнет М1, поэтому я его не слил. Так, также вы можете просить в комментариях, на чем мне снять, потому что я уже даже не знаю, на чем поснимать, просто сейчас захотелось так на викинге поиграть. Так, я даже выйти в гараж в конце битвы, и вы посмотрите, чем мне поиграть следующую битву. Но следующую битву, по моему мнению, я хотел поиграть на Титана Твинси на основе, потому что я вам говорил это в своем летсплее на Иранчике, когда играл на Хорнет Огроме. Нет, не на Хорнет Огроме, а на Викинга Смоке, да. Что следующий будет на Титана Твинси, но, как видите, я купил себе комплект, и поэтому мне что-то так захотелось поиграть на мульте, опробовать это все. Поэтому я решил снять на мульте. Так, все это разносим. Сейчас там еще флаг доставят, надо попытаться взять. Пипец, просто спокойно вытолкали. Я думал, сейчас какое-то усилие придется сделать. Просто вообще без вопросов взяли и вытолкнули. Гром, слава богу, на меня не отвлекается. И они что-то разбегаются. Блин, давайте заходите. Тут переснимать, блин. Уже все-таки я снял. Сколько там минут? Я, правда, не считал, но... Ну, минут 15-то точно есть. Так, ладно. Ставим еще один флаг. Чувак там пишет, капец, вы на бас. Ой, извини, чувак, извини. Не хотел. Так, полечи, а. Благодарю. Благодарю. Давай. Так, ну и у нас что-то у нас тоже мало. Вроде как одинаково все. Так, вот дышечку. Рельсы не надо. Думаю, лучше, если она бы у меня доставили флаг на еще один. Счет уже 6-11, в принципе, сейчас уже, наверное, 12 будет. Так, гром мне тут своровал фраг. Ну ладно. Так, кто меня там еще бьет? Еще один гром зашел. Капец. Возвратил вражеский флаг. Ребят, вам не стыдно?
против такой команды и возвратил вражеский флаг. Полечи, 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 я тебя спасу. Вот, я же обещал, что я тебя спасу. Я тебя спас. Возьмем кристаллик. И у меня что-то... Как-то я вылетел из танков, но сейчас перезашел, слава богу, все нормально. Так. И мне сейчас трафик скинул флаг, он там нарит. Наверное, возвратит флаг. Только я не понимаю... Подождите, стоп. А, нет, я думаю... Не знаю, правда, это Рафаэль или кто это вообще такой? Так. Кому бы скинуть флаг? Потому что мне возвратить... Мой возврат стоит, это 100%. Потому что у меня такое сочетание. Что я могу возразить с легкостью. Блин, ну давайте кому скинуть-то, ё-моё. Вот, давай, ты, нубик, иди сюда. На тебе флаг. Ты будешь очень рад. Если бы голд был, я был бы рад, чувак. Но голда не было. Так. Ну, вот Рафаэль Нарит. Это Изида, блин, она меня уже заколебал. Это флаг все держит, 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 держит. Все, сейчас мы тебя сольем. Аптеку съел. Блин, это просто умора, ребята. Капец. Когда у нее нарко кончится, сейчас мы по-любому, я надеюсь, мы ее сделаем. Потерял вражеский. Так, я надеюсь, ты кому-то скинул, чувак. Слава богу, скинул. Так, у меня тут нитра, и к нам едет фриз. Я не знаю, либо его тарельсом покоцал еще, потому что убил его просто за момент. Либо еще что-то. Так. Сейчас мы будем тебя сливать, просто унижать, чувак. Блин. Давай, 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 сливай фриза. Да нет никакого. Громик наш держит флаг, ладно. Поедем в атаку. Тут трафик говорит, на реле я выйду. Ну, хочет, пусть выходит, я, наверное, не хочу. Потому что, ну, в чем смысл нарить? Так, я надеюсь, у тебя кулдаун. У тебя опять нара, слушай. Да что это такое вообще? Почему у тебя нарка никогда не спадает? Ладно, будем тебя так троллить. Весь баллон у тебя просрали. Плюс еще у тебя какой-то фриз там долбит. Давай, фриз, не будь нубом. Нет, 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 не позволю, не позволю лечить его. Так, все, у него дашка там кончилась, отлично. Блин, это не наш фриз. Дашка-то кончилась, меня тоже слили. Что-то я не очень понял, что он написал. Сам сказал, что висел, пока удача, ладно. По удачи все. Чё такое висел вообще? К чему это? Ладно, так, блин, у тебя опять, да? Ну ты чё, издеваешься надо мной, что ли? Потерял вражеский, возвратил. Все, доставляй флаг, я не буду против. Доставляй флаг наш. Ладно, я занарю. Чтобы хоть как-то разнообразить поинтереснее, а то будете писать в комментариях. Чё-то не нарю. Нарить-то смысла нет. Ладно, есть, раз они даже флаг утащить в большинстве не могут. Тогда нужно нарить. Так, ну все, Изида тебя нету. Да, отлично, как я и думал. Так, Фриз, не оживай. Как стоишь, АФК, так стой. Блин, еще один. Так, Громер, ну Изида меня подлечит. Делечь, господи. Пипец, она даже башню повернуть не может. Все, вылечили меня.